Всем доброго-предоброго дня. Мы едем устраиваться, ну не устраиваться, смотреть. Работу на... закончили, так, где сидели. Да, на международку. Рейсы, получается, куда идем? Франция? Франция, Швеция, Норвегия. Франция, Швеция, Норвегия. Сейчас уточним про все нюансы. Как, что там делать надо? Какие эти бумаги? Ну, загранка, понятно, еще что? Франшиза, жиза, да? Ну, во-первых, Осмаб, Депок, потому что у них опасные грузоперевозки. Осмаб, Депок? Я вот там не разбираюсь. Соответственно, у кого европейки нет, европейскую карту водителя и Шенген. Вот это Дима все сказал. Шенген в Москве, в шведское посольство ехать нужно, поэтому... Ну, там, в принципе, все делается быстро. Сейчас нас встретит Дмитрий, встретимся с Дмитрием. Ну, я с ним уже по телефону разговаривал, то, что на момент обучения идет оклад у них, 30-ка. То есть ты учишься, ну, как бы тебе. Мы знаем по зарплате, что как, и что там белое, что черное, что зеленое, короче, всякие нюансы такие. Да, вот когда Магнум смотрели, разговаривали, меня, в принципе, зарплата устроила и устраивает то, что хочешь без межгорода работать, просто по городу. Если надоело, допустим, можешь скататься до Обнинск. Обнинск? Нет, но они работают в основном на Обнинск. На Обнинск. В саму Москву не заезжают. Ну да, то есть на 108 что-то такое там. Поехали смотреть. Такой денек у нас сегодня. Возьмите нас на работу, ездим. Да нет, мы еще ездим, как просто узнаем, где какие преимущества, потому что... Ну, у Димки пока отпуск, ему вообще законно можно отдыхать. Я после 4 месяца работы имею право отдохнуть. Плюс, напомню, у нас 3 дня холодов намечается, но они, наверное, на момент опубликования ролика уже закончатся, эти холода. 3 дня буду дома сидеть, ничего не делать. Фруктов наберу, продуктов наберу. А потому что даже не замерзайка у нас замерзла. Которая была куплена, между прочим, за нехилые деньги, блядь. Если что. А Кашкай нам заморал стекла. Ну ладно, счастья, любви ему, здоровья, блядь. Поехали дальше. Нам нужен водитель. Ой-ой-ой-ой. Огонь же, огонь. Если вы, блин, снимаете. А, так там дядьки ремонтируются. Конечно. Так, что это тут? Скажет, езди, что-нибудь, зачать, мутят. Смотри, что бы ебануть. Четыре, да. На Шишкина. Шишкина. Шишкина! Встретились с руководителем Дмитрием. Ох, ох. Тет машины. Внешники. Водителя, чтобы не захватить. МП4. Угу. 45. 45. Я так понял, если растаможка где-то, да? Самара там, допустим, где-то такое место. В Казахстане получается. Нет, да? Да. Молодец. Проверяют своего водителя? Ну нет, почему проверяют? Просто это вообще-то в любом предприятии должна быть ежедневная обучение. Такие вот Вольвы. Шмидцы новые. Ну что, ребята, познакомились мы с руководством, пообщались, спросили про все нюансы работы, какие рейсы, куда он поедет, у него главное, нет? Нет. Есть водители, которые работают больше 10 лет, нам дали вот такие вот листочки, которые нужно заполнить. Обучение за счет компании 10-го, 25-го числа группа набирается, верно ведь?
Ну, это ВАСМАП. ВАСМАП. Карту европейскую тоже делают за свой счет. Потом что еще за свой счет? Короче... И большой плюс в том, что они полностью предоставляют обучение. Да, короче... Именно по ОСМАП, по лицензии, по ДАПОГу, по европейской карте. Я спросил вообще, какие затраты требуются от нас. От нас требуется только что? Загранпаспорт. Загранпаспорт, да, он сказал. Загранпаспорт. И человек должен быть, получается, но без косяков, то есть без всяких там, это получается... Должности, или там еще что-нибудь. Да, что-нибудь вот такое. Дальше, условия работы, ну, выходные, короче, есть, это 2 недели через одну, что ли, так? За 2 недели не успевают делать. Я не планирую сейчас вести именно такой график, 2 недели через неделю. Да, то есть и успевает круглый он показал на карте. Недели подменные. Первые, возможно, 3 месяца, то есть конкретно своего автомобиля не будет, подменным будешь, а потом, ну, автопарк, он сказал, расширяется недели быстро. Неделю ты работаешь, неделю отдыхаешь, и неделю ты как бы подменный. Да. Так получается. Еще что получается? Есть стоянка для легковых автомобилей, можно приехать на своей машине, оставить, съездить здесь, в рейс. Здесь, на базе. Нам прямо, да, пока? Да. На базе, потому да, оставил. Еще... Ну, здесь же и поменялся, получается. Наверное. Ну да, то есть такой не столь важный. В общем, будем думать, пока Димка отдыхает. Я еще пока до 19-го. Ленка у меня переезжает 19-го сдавать. Надо будет ту квартиру старую. И, в общем, мы сейчас едем ей помогать. Какую-то часть перевезти. Люстры. Я уже говорил, по-моему, комоды. И дохрена всяких дел. Пусть обгонит. Потому что я быстро не поеду. Дорога кривая. В общем, поехали тогда. Да, едем в Кудрово. Как тут, ребята, красиво. Там вверх пошла дорога. Здесь исторические здания. Лес тут, наверное, летом красота, когда все зеленое. Мы выбираемся на кольцевую. Сторона, видишь? Ну, она начинается в холмах, видишь, да, вся. Да, более тут такие... лес. О, какой дом! Как GTA, прикинь, такой. Как GTA. Ну да, знаешь, там хоп, лазишь. 3 звезды. Прикольно. Отель, мотель. Видишь, один, наверное, только такой минусик, это то, что сюда ездить. Здесь основная база, потому что уходишь на заграницу, да, всегда, или как? Ну, не знаю, может, для этого есть свои далековато. А там у ребят, получается, машину можно дома ставить. Ну, на доблести, там тебе вообще пешком. Сколько ты там, блядь, 3 минуты идешь до дома? Ты как будто просто по месту. Ну, до Москвы так прокатился. Прямо? Прямо. Вообще, мне нравится райончик, прикольный. Как бы просто разные политики конкретно. Да. Вроде работа водителем, но 2 абсолютно разные специфики. Ты посмотри, какие дома. А это вопрос такой у меня к тебе, что же я хотел спросить, только что с головы вылетело. Что-то я у тебя хотел спросить. Дима. Что я у тебя хотел спросить? Ладно, вспомню. Пашу. Ну пусть она лежит, она все равно ближе к какому там, к 20-му, наверное, числу, что ли. Посмотрим. Вспомнил я, что хотел спросить. Ты участок хотел сначала здесь брать? Да. В этом районе? На этой стороне. А сейчас там решил все-таки у нас? Просто есть варианты. Из-за цены? Или что у тебя самое главное? По какой приоритет? Да, зима прям, в Петербурге зима. Здесь как бы есть, но они стоят здесь участки дорого. Угу. Здесь классно, да, здесь как бы и лесной массив, и все такое, и пушки. И... Ну там тоже же и парки, все на свете есть. Вот такие реки. Мы с тобой какими-то этими едем? Ну посмотрим. Ладно, поехали. Ленке позвонил, я говорю, к двери все подтаскивай, потому что мы, говорю, будем скоро. Она говорит, все хорошо. Я говорю, нам еще ехать, КамАЗ перегонять. Все, окей. И завтра на прием все еще болеет. Кудрово. Так я вот и не знал, что он уже тереть. Дима, у меня айкос чистит. Потому что воняет, говорит, пиздец. А я чувствую, что-то кашлять стал, блядь, когда курю. Он говорит, у тебя тут пиздец, она воняет аж. Я вон эту чищу. С зубочисткой. Какой-то со сталинской. Задохнуться.
Сейчас загрузим. Аленка у нас одна. Переднее сиденье Лансера, зад, багажник, все-все натарим. Потом в нашу натарим и повезем. Коробочки всякие. Я со столом. Да, это в Лансер. Вы их уже забили. Такая маленькая стенька. Ой, с утюгом, бля, стенником. Лансер затарили. А поехали, ты только показывай, потому что я не помню дорогу. Че? Погнали? Фу. Ощущается как тридцатка, наверное, да? Да. Че холодно, капец. Посвежело? Сейчас покажу, что у нас сзади. Багажник полный. Ну и тут. Лоточки всякие, лоточки. Пора чуть-чуть навалить волюмы. Музыку? 32. Давай сделаем пожарче. Так, а мы куда за продуктами поедем? Вон она погнала уже, да? Так она по... Она все равно здесь будет выезжать, по-моему. Да. Выезд один. Ее надо будет... Ну куда мы выезжаем? Да? А, только я не влезу нифига. Ну вон она, Ленка уже сзади. Нет, там какая-то не Ленка. Вот так быстро. Близко? Так, ну здесь я помню, направо, потому что тут одна сторонка. Угу. Там третий этаж. На, вон Ленка едет. Тайла. Сказал. Да нет, тут я помню. Да помню, куда ехать. Она говорит, куда ты, говорит, поехала, я тебя не вижу. Ну, как всегда, Тюмени, огромный привет. 72 регион. Пошли. Уже висит. Все, ребята, там здесь направо сейчас, мы на разворот пойдем, как обычно. Все, ребята, день у нас подходит к завершению. Помогли Елене переехать. Ну, они уже там с подругой сами будут вещи разбирать, ну, потому что там женские вещи всякие, там не поможем мы ничем. Потому что там установка и все эти штуки, поможем. Двигаемся домой. Выезжаем с Кудрова. Ехать нам час до дома. Показывать час. Прибавляем сразу минут 15. Час 15, полтора. Да, надо заехать за продуктами еще. И все, в принципе, отдыхать. Монтировать, что-нибудь делать. Будем прощаться заранее или еще что-нибудь пошаримся? Ну, короче, пока-пока. Там видно будет. Пока-пока. Ты смотри, что на... Мы на кольцевую. Нет. Слава богу, мы не сюда. А мы тоже зацепим сейчас с тобой. У нас время самый смак. Так, мы сейчас, даже если по платке пойдем, по ЗСД, на съезде встанем. Хорошие на дороге. Мы погнали. Я кушать хочу. Я бы сейчас заехал на заправку French Dog съел, но что-то хочу такого прям клевого. Яйцо, да. Салатики, курочку, гриль. А там курочка гриль продается? Да. Я курочку гриль сейчас возьму. Там по-итальянски есть курочка. Поехали мы домой. Дима скажет прогноз погоды. Сейчас показывает 17. Так что, показывает 17, но написано, ощущается как минус 24. А на ночь 22. То есть добавляем примерно еще 5 градусов. 7. Разница сейчас 7. А, да, 7 градусов. Короче, тридцатка. А, больше даже, 31-32 где-то даже, да, будет ощущаться. 24, ты говоришь, ночью. 22. А, 22. Ну, тридцатка, короче. Жесть. Жесть! Я не привык уже, я отвык от таких морозов. Завтра еще сильнее будет. А завтра что? Завтра ночью минус 23. Но? Днем минус 18. Короче, под одеялом. Как сегодня? Проснулся, я к Димон по видеосвязи созваниваемся, он под одеялом бежит. Я говорю, что-то, да мне так не хочется вставать, у меня нога ночью вылезла тоже. Ну, прохладно, как бы уже, не привыкший ему так. Ну, спал, конечно, как убитый. Перекресток, пошли затариваться. Я сейчас возьму картошки, морковки, мясо, буду делать суп. Ну, завтра, не сегодня. Так, кушаем. Погнали.
А, надо бутылки же выкинуть, точно. Бережем, ушла. О, давай. Старость не радость. Все? А, что, дверь не задевает? А там урны есть разве, Дима? Ну, особо не заморалась, чистая. А, вот она, точно. Она мытая. Сразу почистил. Не-не-не, нормально. Гриль, салатик. Первое. Свежак? Ну, не прям 5 дней. Ну, что такое? Приехали. Незамерзайка так и не отошла. Да и хрен не. Мы снежку покидали сегодня. Нормально. Пакет. Пакет не живо. Все. Пока-пока. Пока-пока. А сейчас по видеосвязи созвонимся через... Быстрее побежал домой. Не забылся. Давай, все. Всем спасибо за просмотр. Я тоже домой. Пока-пока.